Всем привет, с вами Тома, это новый вид роликов по The Sims 4 лично для меня, но я очень давно хотела опробовать такой формат, называется Lookbook. Это видео, в котором мы составляем и подбираем несколько коллекций одежды на определенную тему. Я решила сделать ролик по весенней коллекции, так сказать, потому что уже вроде как началась календарная весна, уже очень хочется солнышка, тепла, цветочков и прочего-прочего, но лично у нас в Смоленске до сих пор достаточно холодно, кругом снег, лед и как-то вообще, ну, чуть-чуть так пахнет, но не особо, поэтому я очень захотела сделать такой весенний лукбук с тремя нарядами на весеннюю и цветочную тематику. Кодовое название, наверное, весенний цветок будет, но я еще подумаю, как я назову ролик на YouTube. Модель я решила сделать девушку с нежными чертами лица, назвала ее Sakura Spring, да, очень оригинальное название, ну да ладно. Глазки я решила выбрать такие голубенькие, и прически сделала ей три лука с тремя нарядами. Кстати, у меня очень большая проблема с бровями, потому что под вот эти все прически светло-нежного розового оттенка я никак не найду нужный мод, что ли. Если вон у вас есть какая-то ссылочка на именно светло-розовенькие брови, светлее цвет, чем есть в The Sims 4, то можете мне кинуть, потому что вот тоненькие розовенькие брови я прям замучилась пытаться воспроизвести. Оттенок розовый, который есть в Sims'ах, немножко более темный, поэтому он не всегда подходит и приходится как-то выкручиваться. Макияж я сделала тоже светло-розовых пастельных оттенков, чтобы девушка была как можно нежнее и прикольней. Первый лук я и решила сделать с вот этим вот каре, которое мне попалось, и я подумала, что, наверное, это будет более такой, ну, не спортивный, но более casual, легкий образ, в котором будет свободно двигаться и вообще такой более простой, чтобы реально она чувствовала себя комфортно. Ну и, конечно же, он должен был быть весенним. Долго искала верхний наряд и подобрала вот эту замечательную рубашечку с платочком. Мне показалось очень мило, нежно и так по-весеннему, и нашлись шортики, очень классные шортики с Sakura тоже, по-моему, очень миленько. Вот, ну и, конечно же, обувка. Долго выбирала между двумя видами обуви и выбрала те, которые более розовые. Не знаю, насколько лучше они смотрятся. Этот выбор мне дался сложно, но вот так вот у меня получилось. Ну и, конечно, небольшое количество каких-то аксессуаров. Сильно перевешивать образ не хотелось, поэтому получилась такая вот девчонка с casual образом. И сейчас будет еще немножко скриншотиков. Второй вопрос я решила сделать более женственным, с какой-нибудь такой изящной, элегантной прической наверх. Мне очень нравятся все вот эти вот заколочки сверху. И да, мне понравился пиджачок с розами, и решила подобрать к нему юбочку, белую юбку. Кстати, пиджак немножко багнутый мод. Кстати, ссылка на большинство из модов будет в описании. Все, что найду, я вам честно продублирую. В общем, пиджачок немножко багнутый, несмотря на то, что красивый. И я долго выбирала ту юбочку, которая не будет с ним боговать в его нижней части. Я выбирала между несколькими вариантами белых юбочек и остановилась на прямой, хотя хотелось, с одной стороны, чуть более клешеную, но решила, что прямая будет так под пиджачок лучше смотреться. Конечно же, изящные туфельки тоже выбирала из нескольких, но остановилась на сердечках. Сережки — обязательный атрибут для такой прически, и выбрала я в итоге гвоздики с розочками, очень милые, и в комплект, к сожалению, у меня не было какого-нибудь колье тоже с розочкой. У меня всякие разные есть, но вот розочки нету. Если у кого-то есть, опять-таки, ссылки на моду именно с розочками, колье можете мне скинуть в описании. И выбрала я и цветочек другой. Также у меня еще были цветочки для вот этой прически, но в итоге я решила все-таки без них делать, потому что как-то, ну, не совсем вписывались в образ, слишком они детско смотрятся. Такая вот элегантная барышня у нас получилась. Это даже что-то вроде делового костюма я бы назвала. Мне кажется, в таком ходить в офис и просто, чтобы все мужчины там завидовали. Ну, и женщины, конечно, тоже. И третий образ я решила сделать с распущенными волосами, более, наверное, романтичный такой. И я почему-то захотела именно белые штанишки или брюки, и в итоге выбрала белые джинсы с розами тоже, кругом розы, хотя девушка у нас Сакура. Ну да ладно. И я очень долго подбирала верхний наряд в том плане, чтобы он был, с одной стороны, не очень теплый, но с другой стороны, чтобы он не закрывал джинсы, чтобы были видны розочки, потому что все легкие варианты одежды, как правило, идут поверх
сверху таких штанишек, и розочки бы все закрывались. В общем, долго выбирала и вспомнила про одну беленькую кофточку, которая у меня была. Она вроде не особо теплая, смотрится там даже животик открыт, но к этим брюкам она подходит хорошо. Конечно же, под такие джинсики надо что-нибудь на каблучке, но на невысоком, на мой взгляд. И, наконец-то, применила жемчужную ниточку, которая тоже там где-то у нас промелькала еще в первом наряде. Получился такой вот нежный и романтичный образ. В таком, мне кажется, классно ходить на свидание. Мне кажется, получилось прямо три совсем разных образа. Можете написать в комментариях, какой вам понравился больше. Конечно же, еще раз говорю, что в описании я оставлю максимальное количество ссылок на все моды, которые вспомню, которые найду по своим ссылкам. Пишите, как вам такой тип роликов, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие. С вами была Тома. Пока!